День добры, мої друзі. Називам ще В'ячеслав Заруцький, учекуємо з Росії, аби повідати правди о тим краї. То єсть Росія, а то єсть місто Чита. То хиб найбрудніше місто в Росії. Люди вижицають шмечі тиш під своїми окнами. Бурмістр не звратся на то уваги. А люди за місто шпшонтач смечі, далі їй зашмецають. Дещай порозмовляймы о Чите. Кожне місто має сектор приватне, в котором живем люди. Забачмо, як там живем люди. Видиш доми, в которых мешкають люди, а на подворках має множество шмечі. Я не розумію, як можна визучать смечі обок своєго дому. На дідинцю знайдующе туалет для 4 осіб, яка є похилена в одну сторону. Сон теж гаражі для околічних мешканців. Сон оне замикане на кілька замків, якби шеховували щось вартищового. Єсть теж дуже реклам о тим, що ломбард приймує всичко без ограничень і не жонда документації. Означане то, що телефони можуть застати скраджені і віддані до ломбарду. Бабча далі й бешта блогерів за фільмування, бо боїться, що хто ж довіє о тим місцю. А зачем вы это делаете? Просто. Как это просто? Ну просто фотографируют. Ага, сейчас просто фотографируют, потом где-нибудь выставляют. Да вы что? Похерать мне надо. Блогер з Москви приїхав би звручить уваги на шмечі, який по його приїзді зостане у пшантненте. Вона того не розуміє. То тут люди черпим води до піча. Мислі, що більш правдоподобні є, що та вода є використована до всього, до туалету, до готування і так далі. На плотах є велію знаків. Наприклад, тут є написане «Заказ шмеценю при огродзеню». Як видач, люди не смечом при огродзеню. Смечом трохи далі. А тут вот это вот, ну, все жилые как бы дома, да? Да, японские бараки. Почему японские? Ну, японцы строили. А вы знаете кого-нибудь оттуда из жильцов? Да. Ну так. Частично знаю. А можно зайти куда-нибудь посмотреть вообще, как это? Я думаю, никто не пустит. Да? Конечно, убожество такое. Понятно. Куда что зайти? А что мусора столько там валяется? Здесь свалки какие-то. Так и никому ничего не надо. Никто ничего не убирает. Раз в год приезжают, уберут и все. Понятно. Топша школа з подвійним огородженням, таким, як і звикли робім в стрефі, щоб сказанці не учекали. Належить додач в'єнці в'єж стражнічих, труту кольчастего і рефлектора, аби дечі призвичайлися до життя в Росії. Оте колені будинок мешкальні. Довідзьме ще, що мов є мешканці. Ви живете тут? Да. Слушай, а що таку срач у вас там? Где? Где? Як і где? Всенде. Ну вот, вот. Вот там. А это там никто не убирает. Почему? Не знаю, здесь уже давно 80 лет этот барак. Ну здесь люди живут? Да. Это жесть. А вы здесь прямо живете, да? Да. Так вигляда тен дом ззевнунч. Дом ма спалений дах. Честь мешкань рівніш з планела, а в позоставих мешканнях мешкаюн люди і жуюн в оточенню шмечі. Що робиш? Ходим, гуляєм, смотрим. Курити Курити? Чого? Сигарет. Принят. Вот, фотографируйте. Вот, смотри, какая хорошая. А чё так? Вообще, блядь, пиздец, не могут, нахуй. Люди, блядь, нахуй, сделают, нахуй. Вот так вот эти, нахуй. Делайте хоть вы, выложите, нахуй, вот эту цену.
не вывозят мусор? Вывозят, ебаный. Ты, ну ты посмотри. А чё мусор? Ну а зачем вся мусор люди вынули? Она была, блядь, вроде нормально, нахуй, городили, блядь. Это, а часа три, чё, хули со всех сторон, нахуй, тянут. И всё сюда, да? Да. Воняет же она? Конечно, под окнами прямо. Воняет. А ты живёшь здесь, да? Конечно, живу, сфотографируй. И вот скажи, нахуй, что вот такая вот хуйня. Понятно, ладно. Слушай, ну а это подъезжают, блин, когда выбрасывают, там, блин. Да вот... ничего, вот сделали, вот сюда выбрасывают, ты посмотри, что короче. Пускай сфотографируй, кто и что, нахуй. У меня тоже вот малой, блядь. Сын твой? Да. Вот это, конечно, фотографируйте, ебаный, вот. А мне вот сейчас вот спрашивает, а вы не пробовали там писать все куда-нибудь? Идет. Хуйню, блядь, для него это. Писать не пробовали куда-нибудь? Да пробовали, хули толку нахуй. Может вы, пацаны, нахуй, вот заедьтесь нахуй. Если вы так ходите нахуй. Писали нахуй, хули толку нет. Сделайте краску. Я на вас надеюсь. Ладно. Пошли, братан. Ты это вообще откуда? Москвы. Москвы? Так я тогда от вас вообще нихуя не это какой, не ночую, нахуй, по идее-то. Да? Ага. По идее-то нихуя не ночую. Имею в виду, ты туда, там, это как, думаю, это как, брось. А ты с Москвы, да? Бродишь тут. Есть у тебя 100 рублей, пожалуйста? Хотя бы 50. А? Нету. Братан, погоди, нету? Даже 50 рублей, ты чё, так чуть-чуть кудрявый ты мой, блядь. Ну ладно, хули, будем это как. В общем, к нашему новому знакомому подъехали его друзья, и мы решили не испытывать судьбу. Опруш смечі, сон тож проблеми з домами. Ото каб'єта показує, що їй дом ще розпада. А же би суфіт ще не завалів, панство зробило їм обудови з дерева. Платили деньги трактористу, нам он вырыл яму. А ви самі заплатили трактористу, щоб він вырыл вам яму? Нам, тому що регіон не убирает помойки. Чому не убирают? Это и не знаю. Деньги платятся. То есть вы платите за вывоз мусора, они ничего не делают? Да. Понятно. Кошмар. Вот тракторист у нас есть, работает на тракторе. Вот он нам две ямы выкопал. Яму одна полная. Сейчас вот другую вырыл. Вон, видите, вот да. Куча. Там яму. Туда сейчас выливаем. Наприклад, под окнами блоку мешкального również знайдуем ще смечі. Видать джури на щеродку і дрівняний мостик, де люди вижуцають смечі, але зараз є залане. Воняє, як ви живете тут? Пахне, видимо? Пахне, да, пахне, а летом взагалі невозможно пройти. Да. Это прямо круглый год такая помойка, да? Да, везде, вот куда вот сейчас по острову пройти, везде помойки такие стоят. Кошмар. А летом здесь вообще никто не проходит уже. Все в круговую ходим. А, потому что здесь воняет, да? Ну, конечно. Но это не окна не открыть в доме, да? Ничего, ничего. Те два дому не мають каналізації в дому. Викопали дови в поближу дому і висупують там гувно і шмечі. Напись «Не спущач гувни на рогу гаражу». Колейна напись «Спущач гувни до бункра». Люди вопросы? В комментариях-то пишут, что люди сами свиньи. Не, ну, а куда человек улетит, если ничего не сделано? Блин? Здесь же ни контейнерных площадок, ничего. Вон контейнер, но не поставили, видите? Не вот вывозят. Попробуй подойди. Не вывозят. А вы платите, да, за вывоз? За конечно, за квартиру за все платим. Наводнение, вот вода была. Блин. Угу. Крышу всю размыло, вообще и ходили, и похрен всем, и все, и никто ничего делать здесь не будет. Понятно. А как вы живете здесь в войне? Ни окно не открыть, ничего? Вот так живем. Я-то не здесь живу, мама здесь живет. Ну, кошмар. А кошмар? Были митинги, я не знаю. Про это какие митинги здесь в нашей стране? Михалев раньше орал, что у нас все убирается, а Пазников, когда мы писали, он отписывался, что у нас тоже все убирается. Очевидно, дети не мают еще где бавить и брыкают по гаражах.
Дубна, улица Места, матен сам проблем. Кураш мечи, туалета и очевище российская флага. Дякую bardzo за оглядание этого фильмика. До свидания.